Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем украшать детский тортик. Торт-раскраска с шоколадом и декор-гелем. Также будем совмещать украшения кремом. Сегодня своими руками мы сделаем такой красивый тортик. В гугле я нашла такого замечательного мишку в раскраске раздел. И сейчас будем обводить его шоколадом растопленным. Картинку я поместила в файлик. Картинку мишки я обвела, поставила в холодильник. Вот уже шоколад застыл. Мы берем листик с мишкой, вытаскиваем. Тортик вот у меня уже сверху покрыт белково-заварным кремом. И теперь эту картинку мы будем переносить на тортик. Сейчас вот я аккуратненько. Вот наш мишка на тортике уже. Сердечко. Вот. Аккуратно, аккуратно. Вот сердечко отстало. Немножко пальчиком подправляем, смотрим, что как. Вот. Картинку перенесли на тортик. Сейчас я вам покажу, как покрасить белую кондитерскую глазурь. Обычно она в каплях, но у меня крошки. Это та же самая глазурь. Добавляем 100 грамм глазури, 1 столовую ложку воды и отправляем ее в микроволновку на 40 секунд. Размешиваем теперь хорошо глазурь. На первый взгляд вам покажется, что она свернулась. Но вы мешаете, мешаете, и потом вы увидите, как она поменяет свою структуру. Вот она уже стоит другой. Вот, смотрите. Видите? Поэтому ни в коем случае не выбрасывайте. Теперь добавляем коричневый цвет орехово-зуевская краска. Очень хороший краситель. Такой шоколадный мишка. Сейчас на 15 секунд поставим в микроволновку, чтобы белая глазурь была немножко реже. И будем заливать мишку этой глазурью. Вот смотрите, какая по густоте должна быть глазурь. Сейчас я вам покажу, как делать корнетик. Берем пергамент, квадратик вырезаем. Вот, сделали пергамент. Обязательно, чтобы вот здесь уголок был закрыт. Берем в руку, накладываем сюда немного глазури, так как глазурь застывает. Потом лучше еще раз сделать мешок. Вот, теперь закрываем удобно. Теперь кончик нам нужно срезать. Так, берем тортик, заполняем мишку шоколадом. Все это делаем быстро, так как шоколад застывает.
Ножка готова. Шоколадом быстро нужно работать. Это нужно натренироваться. Я украшаю не так часто шоколадом. Но очень моим нравится, когда тортик украшен шоколадиком. Корзинка у меня будет желтого цвета. Платочек на шее у Мишки мы тоже сделаем желтого цвета. Закончили. Сейчас дополним образ нашего Мишки. Вот смотрим на картинку. Значит, у нас здесь глазки кругленькие должны быть. Добавили. Есть. Теперь носик. Сделали. Теперь над глазками у него ресницы. Теперь с помощью красного гель-декора мы сделаем сердечки на тортике. Значит, вот у нас здесь есть ротик. Мы сначала ротик заполним. Я красный гель-декор сделала, и вот он хранится у меня в холодильнике. Вот первое сердечко. Сделаю поближе, вот вам с помощью насадки нулевка и белково-заварного крема белого. Я хочу заполнить здесь ушки белым кремом. Очень красиво, когда мы совмещаем украшения с шоколадом, кремом, декор-гелем. Тортик живой получается. Теперь здесь тоже заполним кремом. Наш Мишка оживет.
Если вам не понравилось, то вы можете просто залить шоколадом. Также с помощью насадочки нулевка и белково-заварного крема белого мы кремом обведем нашу картинку. Мы создадим двойной контур. Первый контур – это шоколад, второй контур – это крем. Приступаем к бокам тортика. Вот у меня две насадки, звездочка на 5 зубков, небольшие. В одной бирюзовый цвет, в другой белый. Значит, делаем все просто. Делаем вот, 2, 3 и четвертый ряд полоску делаем бирюзовую. Также и продолжаем. 3 полосочки у нас будут белого цвета. И 1 полосочка бирюзового. Вот так просто, как бы, ну, красиво получается. Мне нравится. Вот здесь тоже сделаю бирюзовую. А здесь будет 2. Будем делать бордюры. Это же насадка звездочка на 5 зубков. Мы приступаем. Теперь круглая насадка на 5 миллиметров. Мы сейчас будем делать следующий рисунок. По бокам вот тут я посыплю тортик золотистыми бусинками. Это как дополнение будет к украшению. Теперь будем делать бордюры. Это же насадка звездочка на 5 зубков. Мы приступаем. Теперь круглая насадка на 5 миллиметров. Мы сейчас будем делать следующий рисунок. По бокам вот тут я посыплю тортик золотистыми бусинками. Это как дополнение будет к украшению. Вот такой красивый детский тортик у меня получился.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!